Ору под столом, подожди. Кать, не надо. Под столом. У меня сейчас пресса образуется. Говорит, ребята, подожди, дай мне прослезиться. Ляг, руки на груди скрести. А тебе просто протяни звук «А». А почему? Давай. Иди в жопу. Давай. Ты куда встаешь? Ну, давай. Нет. Да не плакай. Да слез. Да чего физра доводит? До слез. У тебя пиво есть? Знаешь, что у меня есть? Бутылка. Катя! Из-под сидра. Это не месяца три. Закрой. Лучше закрой. Знаешь, какие ощущения? Как после обуви, после вина. Интересная была ночь, правда? Согласна. Крайне. Медитация. Это произошло просто из ниоткуда. Ну да. Флиртую. Сейчас будет урок. Кто? А? Плюешься. Простите. Будет урок флирта. Как видите, марафет мы уже навели. Провели многочисленные физкультурные подготовки. И теперь мы готовы флиртовать. Сейчас я вас научу как. Вам нужно посмотреть на мужчину. Я не мужчина. Я не на тебя смотрю. Сделать вот так волосами. Я оторвусь с корнем. Нет. Непривлекательно. Далее можно прикусить губу. Верхнюю, да, направо, правильно. Конечно. Половину верхней. У меня только вся получается прикусить ими по половине. Можно прикусить волосы так. Но если вы не хотите флиртовать с использованием волос, есть другой метод. Очень простой. Значит, отворачиваетесь, смотрите, оцениваете. Такие. И отворачиваете. Это что это было? Это был флирт. В этом микродвижении лица я показала все свои намерения, связанные с этим мужчиной. Что я хочу с ним сделать? Познакомиться, поговорить, пососаться, потрогать. Да. Вы, конечно же, можете добавлять туда еще различные движения, такие как «хочу выйти за тебя замуж», «хочу дочь». А продемонстрируйте, как это? Это будет другая серия. А, хорошо. Это начальная стадия флирта. Все? Говорят, пол полезен для спины, не полезен, оказывается. Какой секс. Не говори вообще. Вот это половая, единственная половая жизнь, которая нам доступна. Ну, так вот. В общем, Даша умерла. Ее телефон достался мне. Я жива. Тихо. Обещания-то не было. Скажу, что ты его потеряла. Полиция, алло, алло, алло. Не берут трубку. Снимаем мой глаз. Я подмигну. Это урок флирта дополнительный. Ну и все. Еще раз, да, если вы упустили момент. Да, да, да.